Romanov & Company предлагает продукты питания по доступным ценам. Мы работаем для вас. Контактный телефон 0231-231-05. Адрес: улица Михаил Витязов, 31. Виз Эр аннулирует все рейсы между Республикой Молдова и Италией до 31 июля включительно из-за ограничений на поездки, введенными итальянскими властями на все рейсы в Республику Молдова, сообщает авиакомпания в пресс-релизе. Пассажиры с бронированными билетами, пострадавшие от аннулирования рейсов, будут автоматически уведомлены по электронной почте, если они забронировали непосредственно на Виз Air.com или через мобильное приложение. Клиенты автоматически получат на счет клиента ВИЗ 120% от суммы, уплаченной за билет. Сумма, которая может быть использована в течение следующих 24 месяцев для оплаты продуктов и услуг ВИЗ Air. Пассажиры могут выбрать возврат денег. Процесс, который продлится дольше, и будут проинформированы о шагах, необходимых для банковского перевода или перевода на банковскую карту по отдельному электронному письму. В этом случае клиенты смогут получить только 100% от первоначальной суммы. Пассажиры, которые забронировали билеты через туристические агентства, в том числе онлайн, должны связаться с агентством, где они купили билеты.